И всем привет, ребята! С вами я, Ливон, и мой брат Тигран. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт и проходить вот такую карту. Да, смотрите, мы играем на PlayStation в Майнкрафт. Если что, сверху это мой экран, а снизу это Тигранин. Так что продолжаем. Тигран, вот смотри. Берешь здесь селитры и литры. И воду. Нет, я забрал все. А ты кровать взял? Ладно, я все литры возьму. Нет, я ладно. Я просто все возьму, пригодится. Подождите, мы здесь уже? О. Я пока тут беру, а Ливон там уже развивается. Не развиваюсь. Я пока что не развиваюсь. О. О, я полетел! О, я чуть не упал. Ты можешь снять литры? Да, но не нужно, спасибо. Если что, это уведомление, не обращайте внимания. Не уведомление. Ты получишь приз. Ачивку. Тут кровать одна. Себе я возьми. В подвале. Вот, здесь вроде бы спавнер. Да, тут есть зельварка. А здесь спавнер. Надеюсь... А здесь какая-то яма. Да, там портал, я знаю. Да. Надеюсь, вам понравится наше а выживание. Тут Надеюсь, вам понравится наше выживание, потому что там дальше еще острова есть. И мы намерены... А тут сохранение инвентаря есть? Да нет. Нет, Тигран, нет. Нельзя читерить. Живи. Что мне делать? О, всё, я сундучок. Литры. Сундучок. Я нет, у меня литры. Есть элитры. Ты иди сюда. Я попробую прыгнуть в воду. Это лава. Я знаю. Я что, не получил его на воде? А, вот. Тигран, давай, мы в тебя верим. Ладно, я еще тебе вот здесь сделаю что-то. Вот так. Из я шерсти. Бы, я бы. Из шерсти вот так. Ладно, спасибо. Из дерева дуба. Спасибо. Давай. Давай. Я прыгаю. Мистер попрыгнул. Давай, пришел. Прыгай. Я тебе воду разлил. Молодец. Тигран. 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 Точно. Извините. Идем, забираемся. Я разговариваю. Я случайно поговорю на другом языке. Ладно. Это вот о, так. Зомби где-то. Как нам забраться? У меня ничего нет. Я все семена просрал. У меня есть яйца. Чего? Кого? Ты можешь землю поломать. А в этом карте она есть? Может. Все, у меня вода моя. Лава прям. Спасибо! Спасибо! Не за что. Нам нужно как-то выбраться. Я... Давайте как-то. Разбивай. Ой, блин. Я попробую. Давай, разливай. Блин, я вздыхаю, а ты говоришь разливай. Вот разливай. Отойди. Прыгай давай, какашка. Ладно, думаю, мы в первой, вот в этой серии, попробуем сделать дом, что-то... Попробуем немножко хотя бы развиться. Попробуем, говорю. Блин. Блин, я умер. Я умею. А я умер. Там мои ресурсы. Ладно, сейчас. Все, я прыгнул. Я смог. Здесь у меня есть. А я нет. Блин, а яйца спавна то умерли. Нету их. Все. Ладно, думаю. Ты просрал наши яйца. Ладно, думаю, сейчас поднимусь, телепортирую Тиграна. Думаю, так будет часто. Потому что никак он не прибьется. Мне так кажется. У меня ничего нет. Мне ноль очков. Я там какой-то еще остров вижу. Да, а, там это... еще какой-то что-то типа острова домика. Ладно, сейчас подожди. Рубучки. Команда. Вот.
Мне придется 1000 лет. Где это? Может, скажем банатным проблемку? Нет. Вот, ой, я какую-то шахту нашел. О, облутаюсь. О, круто. Давай, бери. Краситель, красная шерсть. Сейчас перенесем Тиграна. Я нашел секретный сундучарус, который бери. Все. В далеком океане. Думаю, мы должны тут построить дом. Да, вот здесь огород есть. Тут какой-то спавнер. Да, это спавнер. Коробка, да. Мы можем из этого сделать фармилку опыта. Нет, не надо. Давайте мы сейчас... И опыт, и ресурсы. Нет, не надо. Давайте мы сделаем домик. Я сейчас сделаю домик. Я просто не хочу, чтобы коровы залезли нам в дом. У меня есть куча всего. Да мы все наши ресурсы просто поставим куда-нибудь. Да? Чтобы я строю домик. У нас есть... Это не наш домик, это носатых домик. Да, я облутывал. Очень хороший второй. Я там... А ты это облутывал? Нет. Он даже нельзя его открыть. Нужно блок сверху его сломать, чтобы открыть. Не знаю. Так, строим. Это на это уйдет 1000 лет. А вы, пожалуйста, ставьте лайки, потому что... Нужны лайки, в общем. Потому что нужны. Вот так. Мы не знаем, что... Да. Итак, видео уже идет 6 минут. Скрафтим верстак. А я случайно повернул камеру, и теперь буду начинать строить еще раз. О, ад. Смотрите, что-то, мама. Наверное, ад. Надо. Вы, пожалуйста, можете посмотреть на мой экран? Это на это уйдет 1000 лет. Я тогда еще... Чем его сломаю. У меня тогда еще сгорел в лаве. Как-то... Мне не хватает дня. Тигран, какую-то кровать возьми, иди домой. О! Я дома. Нет, это не наш дом. Не, в этом доме есть кровать. Да, бери кровать и иди ко мне. Я хочу. Я не хочу заново начинать. Я хочу 3000 лет кровать. Убил скелета я сильный. А ты не получил никакого даже достижения? Ничего страшного. Здесь ты сейчас, сейчас отключены достижения. Ты почти сломал. Ура! Ура, сил. Посмотри, что там. Погоди-ка. О, яйца. Создает кота. Я их уже тут в сундуке. Тигран, да. Бери кровать, иди ко мне. Иду. Я здесь сделаю дом. Да, тут очаровано, но потом заберем. Ты давай иди лучше. Иду. Сундуки есть, я не знаю, что там. Я гений. У меня стак красной шерсти. Вообще-то, я опасный. Я не менее. Потому что ты я строю менее. Дом из песка. А я построю дом из говна. Вот здесь сейчас сделаем дверь. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Тигран, иди сюда и... Песок? Да. Я сейчас поставлю кровать. Да, ставь кровать. Ставь. Пойди. Отошел. Итак, у нас видео уже идет 7 минут. Думаю, мы успеем что-то сделать, выиграть что-то, убить монстров, еще доделать полностью наш дом. Все, уже утро. Пойдем набывать древесину. Давай. А что этот житель продает? Понятно, гнилая плоть. Да гнилой. Слажда. Крутой дом. Если вы считаете, что наш я дом... Я хочу вот это добыть. Всё это. Если вы считаете, что наш дом не очень, то ставьте лайки. Пожалуйста, еще подпишитесь на канал. Я там вижу еще один остров.
Если что, летсплей будет продолжаться, мы будем пробовать... Пройти Майнкрафт. Да, вот, вот этот, на этой карте, о, паучок. Ничего себе. У меня там стреляют золотой броней. Когда я не знала, что там крепость была, там была. Не знала, у меня там был... У меня был пустой инвентарь. А я сделал нам дверь. Наконец-то, теперь мы не бомжи. Я могу сделать генератор булыжника. Хотел сказать бурлижник. Булыж. Бобёр. Ну, мне кажется, наш дом круче, чем этот, который был. Очень. Конечно, в скобочках нет. Уходи отсюда, коробка. Даже не смотри, больше. Как можно. Я флексю. Вроде бы вот так. Ну, о! Смотри. Да не, блин. Не горит. Я попытаюсь сделать нам кирки. Попытайся. Я сделал нам две кирки и два меча. Ой. Да, давай мне два. Давай мне два. А вот здесь. Вот здесь я прям перед тобой кидаю. На. Вот. А вторая где? Я тебе дал. Да у меня только одна. Вообще там есть. У меня только две кирки. У меня одна. Тут, а тут кораллы. А вот нашел. Как она так далеко ушла? Из-за воды. Это ладно. Отлично. Тут железо, я хочу железо добыть. Я хочу нам сделать еще по две кирки. Уже 12 минут. Ладно, давайте. Ливан, смотри, что я там нашел. Вот, я знаю, я видел сначала. Вот, все. Круто, у нас теперь есть генератор булыжника. Жалко, что на сундук дерева не хватает. Ничего. Иди сюда, я тебе дам каменную кирку. Давай не сейчас. Ладно, я добуду. Это железо. Нет, ты лучше сделай меч, потом убей коробок. Железо? Да. Сколько железа? Нет, раз? Можешь не железо делать, можешь каменный. Два. Или рукой даже. Три. Четыре. Четыре железа. Ладно, сделай три железа. Самый лучший инструмент в мире. Им можно добыть за шиками и убить дракона. Мне нужно больше камня, чтобы печку сделать. О, изумруд там. Я там вижу изумруд. А я железо. Хорошо, что у меня есть два кота, и я теперь могу делать. Два кота. Коты, захватим мир своим говном. Я тут сундук какой-то нашел. Голубая красительная, голубая шерсть. И тут тоже спавнер коробка. Кстати, тут это... Вода. Это карта вроде бы... Я вас вижу! О, круто! Меня сейчас убьют! Телепорт. Все, я спасся. Я там алмазы видел. Я знаю. Мы сейчас их добудем. Я, конечно, в скине носатого, но я не носатый. В принципе, нелогично. Логично, логично. Первая серия, мне кажется, не очень получилась, но мы, скорее всего, попробуем развиться не во время основного видео, а до записи, например. За кадром. За кадром. Попробуем развиться много как-то его булыжника накопать через генератор, чтобы достроиться до вот этих.
Будет круто, если мы достроимся до вот этого, а потом уже до того. Но вот это зачем там, если я здесь, и мы спавнимся вот здесь? Я не знаю. Возможно, это одинаковые клоны. У меня 13 булыжников. Я пойду сделаю печку. Вот эта карта... Вы видели это? Ладно. Видел. Ладно. Надеюсь, вы увидели вот это. А если нет, то... А, здесь храм, здесь храм, здесь храм вроде бы. А вот это могут быть алмазы. А улмузы? Улмузы, да? Да. Самое гениальное слово в мире. Кадавр. На всем белом спавнер. Свете. Спавнер кадавр. Спавнер удобный. Криперы. Вы знали, что пишут на телефонах в Майнкрафте, когда ты нажимаешь на кровать днем? Блин, я умер. Я не хочу вам это озвучивать, но это очень смешно. Голос. То, что написано в чате, оно это говорит, но с очень смешным голосом. Я тут хочу кого-то убивать. А сейчас замуж. Я не знаю, зачем этот люк. Если он ведет никуда. Я потерял ресурсы. Ладно, думаю, на этом... Молодец! Думаю, на этом уже почти что можно заканчивать видео. Я только пойду вот ресурсы за кадром... попробую забрать. Мы, когда закончим видео, за кадром будем развиваться. Да, попробуем. Что в следующей серии... Не облажаться. Блин. Было не скучно. Да, можем так сказать. И были уже нормальные ресурсы. Я посмотрю, что там... О, я взял два железных кольца. Молодец. Нам пригодится. Мне кажется, очень. Для этого. Сначала я заберу вот это. Все, я выбрался отсюда. Кстати, я все время хотел вот это сказать, но не успевал. Вот эта карта вроде бы была сделана для в честь того, что вышла в 2018 году вроде бы версия Майнкрафта 1.12. В честь этого вроде бы. На этом можно заканчивать видео. Всем удачи и всем пока.